Дорогие друзья, всем здравствуйте. Ну что ж, я сейчас нахожусь на аккаунте, на котором все так же 0 кубков, но на этом аккаунте 19 из 29 бойцов. И при этом я вам скажу, что все персонажи выбиты за исключением Спайка. Не открыты только те, которые даются за кубки, но, естественно, их тут не может быть, так как у нас 0 трофеев. И сегодня появилась очень сочная акция, которую я не могу пройти мимо. Это получается у нас 10 мегаящиков, также отдельно еще мегаящик, также мы купим еще за 60 гемов ящики и еще на оставшиеся гемы купим ящики. Я, короче, ну, себе нету смысла мне донатить. А если подписчик, думаю, ну пускай ему, потому что мы хотим выбить Спайка, а если не выбьем, то хотя бы повысим шанс на выпадение, потому что у нас еще 300 боксов, это на отдельный ролик вообще готовится. Друзья, поставьте лайк на удачу, подпишитесь на канал, я не знаю, и придите сегодня ко мне на стрим, я разыграю 3 Сэнди бесплатно. Кто хочет получить бесплатно Сэнди, прямо сейчас подпишитесь на канал и на мой инстаграм. Ссылка в описании. Сегодня розыгрыш будет именно среди тех, кто подписан на YouTube канал и инстаграм. Ну, на ютубе будет розыгрыш, там еще надо на спонсоров подписаться. Ну, для этого надо посмотреть ролик с конкурсом. Фуловый Сэнди за 5 минут называется. Если хочешь поучаствовать, пересмотри ролик. А если не хочешь пересматривать, просто подпишись на инстаграм и мой канал. И в инстаграме оставить надо комментарий. Короче. Но подробности лучше посмотреть. Ребят, рекламная пауза, я доначу. Поехали! Итак, друзья, первый донат 30 баксов. Поехали! 300 баксов, 30 баксов и 300 гемов. Чпок, 8000 золота. И пошли ящички. Друзья, ну, поддержите. Поддержите, потому что я, если честно, верю в то, что выпадет Спайк. Постараюсь, может, не реагировать на Легу, потому что постоянно эмоции, типа, вау, Лего, а сейчас попробую, типа, вообще, ноль эмоций. Поехали. Блин, типа, я, спойлер уже будет, когда будет 6 предметов, но я постараюсь на это не обращать внимания. Так, это второй мегаящик. Напоминаю, друзья, их всего 10, слышите, ну Спайк должен дропнуться, блин, и эти 300 боксов, их некуда деть вообще абсолютно. Но я на самом деле думаю, что мы дождемся какого-то нового крутого бойца, а он будет. Правда, уже Сэнди выпало, лол, надо было не покупать, а именно дождаться. Так, третий сундук, друзья, поехали! Блин, 5 предметов, опять холостой. Ладно, открываем. Кстати, у него, может, какие-то персы были уже доступны на 9 уровень, чтобы можно было бы выбить пассивку, но я что-то это не проверил. Ну, за этим должен следить он, а не я. Моя задача, задача выбить персонажа нового. Так, новый сундук, ребят. Давайте, не подкачайте, пожалуйста. Блин, ну, как бы 10 мегаящиков. Блин, может, батл с кем-то замутить? Или такое, ладно, посмотрим. Бум! 5 предметов. Я, кстати, сбился со счета. Это, по-моему, 4-й. Мы уже почти половину открыли. Так. Следующий. Итак, как думаете? Давайте играть в ванку. Кто думает, что сейчас что-то дропнется? Напишите в комментариях. А кто думает, что не дропнется, тоже напишите в комментариях. Короче, посмотрим, кто из вас правильно сказал. Поехали. Оп. Блин, осталось 5 предметов. Лол. Не угадали. Так, ладненько. Так. Следующий. Получается, это 6-й сейчас сундук будет. Шестой. Так, я думаю, что с этой партии 10 сундуков нам ничего не выпадет. Но, тем не менее, я, ну, верю в то, что может Спайк дропнуться. И 5 предметов. Снова мимо. Следующий сундук. Ты расстроил? Забирал? Клен отдавал. Иди отдай. Клен отдавал. Иди отдай. Забрал у ребенка игрушку. Ты можешь пойти отдать, чтобы я ролик записал, потом заберешь. Забрал у дитя игрушку. Ну вот что за человек такой, а? Ну вот что за человек? И расстроил ребенка. Слышно вам? Нет, не знаю. Неужели нельзя, блин, не расстраивать ее, пока я записываю видео? Нет, не надо потом расстраивать. Ну просто Рома, блин. Так, 6 сундуков. Ах, 5, снова 5 предметов. Кстати, ребята, пока я открываю сундуки, у меня спойлер небольшой. На лайв-канале скоро выйдет несколько крутых роликов совместных с Аурумом. Аурум приезжал ко мне в город, мы записывали видосы, он брал интервью у меня, плюс мы там такую мини-сходку сделали. Кому интересно, в описании ссылка на мои влоги, подписывайтесь, скоро увидите этот видос. Ну что, расстроил ребенка, блин, ну что за человек такой, ну просто бездушный человек. Если кто подписан на канал Ромы, дизлайков ему. Ну вообще, ну как можно так поднасрать мне? Так, осталось 5 предметов. Опять мимо, да что ж такое? Следующий. А я, кстати, сбился со счета. Это, походу, или 8-й, или 9-й уже сундучок.
Поехали. Да ёпта. Ну, блин, шанс на Лего на самом деле небольшой. Окей. Следующий. Пэм. Да, гля, короче, вообще что-то непруха. Так. Все, получается, у нас осталось 340 гемов. 340 гемов. И мы можем еще один открыть. Давайте. Слушайте, я думаю, выбьем. А вы как думаете? Чикс, доначу. Это будет последнее Лего. Последнее Лего, которое у него нет. Так, покупка завершилась. 170 гемов. А, это снова 5 предметов. Ну ладно. Плюс 170 гемов. Это значит, сейчас я сделаю скрин, что нету спайка одного. Так, и короче, ну что ж, погнали. Погнали открывать дальше ящики. Сейчас тупо по мега ящикам бомбим. Пам! Снова 5 предметов. Да ядрёно. Так, ладно. У нас еще 450 гемов. Давайте один большой ящик, чисто так. И проверим, какой у нас шанс на выпадение Леги. Ё-моё, он такой ущербный. Я думал, у нас шанс хотя бы 0-1. Так мы тогда точно не выбьем, наверное. Секундочку. Я извиняюсь. Чихнуть хотел. Поехали. 6 предметов. Блин. Друзья, блин, уже заканчиваются гематики. Пожалуйста, поставьте лайкос. Подпишитесь на канал. Так. Сейчас, секундочку. Блин, меня так это в дикость пробирает, когда я смотрю, у него не открытые события абсолютно никакие. Тупо захват кристаллов. И все персы. Просто лютая херня. Так, поехали. 300, блин, а нам, нет, так давайте, наверное, чередовать. Большой ящик, мега ящик, потому что если все большие, слишком жирно получается. Поехали. Пам! 3 предмета. Жаль. Дальше, мега ящик. Все, я закрываю глаза. Тут спайк, чекайте. Блин, опять 5. Да что ж такое? Так. Получается, у нас осталось 250 гемов. Ну окей, поехали. Бум. Так. Чпок. 3 предмета. Кстати, напишите, я все вот это точно прочту. Напишите, с большого ящика, когда дропается новый боец, он сразу или там должно быть 4 предмета? Просто в мега ящике должно быть 6 предметов, чтобы понять, что там Лего, да? А что в большом ящике, как должно быть? Ну, правда, не знаю. Так, 3 двойки осталось. Что ж, это последние сундуки, поехали. Не, ну, с другой стороны, даже будет хорошо, если не выпадет, так как мы... У нас тогда 300 ящиков не зря собраны. Поехали. Бам! Да, гля. Обидно. Но, опять же, я же говорю, я... О, шанс повышается. Получается, это сейчас последний или предпоследний сундук. Так, давайте чекать. Сколько у нас гемов? 120 гемов. О, ну как раз почти. Нам хватает еще на мега ящик и на большой ящик. Да, даже чуть-чуть останется. Ну что ж, последний мега ящик, друзья. Последние лайки нажимаем. Подписываемся, кто еще не подписался. И погнали. Это 5 предметов. Последний ящик у нас, так. Это был последний мега ящик, а теперь последний большой ящик. Ну, если все ничего не дропнется, то жила-была. Поехали. Бля. Ладно. Я думаю, что 10 сундучков. 10 сундучков я еще открою. Или 5. Давайте 5. 5 сундучков я открою. Я чувствую, что с них вот с этих сундуков дропнется. С мега ящиков ничего. Давайте вот тупо маленький сундук против большого. И смотрите, что будет. Оп. Блин. А ну еще раз. Блин, я реально верю в то, что сейчас дропнется спайк. Я сам в это верю. Так. Еще 3. Ах. Так, еще. Раз. Блин. И еще раз. Ай! Нет, мимо. Ну все, я не буду тратить. Пускай 15 боксов дофармит. И мы с вами сделаем открытие на 300 маленьких ящиков ради одного спайка. И посмотрим, что с этого получится. Выбьем мы его или нет, но шанс у нас достаточно веселый. Я сюда задонатил немало денег. Я купил ему Мифика, я купил ему Сэнди, я купил ему Ворона, Леона ему выбил. Да и так в целом я сюда гемов донатил немало. Короче, думаю, что теперь настала его очередь дать нам те сундуки, которые он нафармил. Потому что я уже со своей стороны предостаточно вложил сюда
финансов, чтобы вот сделать такой вот классненький аккаунт, 0 кубков и все персы. Но парень тоже не менее вложился сюда, он потратил сюда время, усилия и свое, не знаю, терпение, желание набить эти 300 боксов. В общем, ждите выпуск с открытием и подписывайтесь на влоговый канал, потому что там скоро выйдет крутой вложик, наверное. Ссылка в описании. Всем удачи, всем пока, желаю вам легендарок. Ну, уже не знаю, о чем вы мечтаете.